Мода для полных женщин. Как одеваться женщинам плюс сайз? Девочки, уже давно прошло то время, когда пышные дамы наряжали себя в бесформенные балахоны. Теперь мода предлагает нам множество вариантов, чтобы подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки, смотрим и учимся. Women Beauty Club. Использование корректирующего белья. Запрет на стиль оверсайз. Очень важно подобрать вещь подходящего размера, а не зацикливаться на широких бесформенных вещах. Несколько последних коллекций перенасыщены моделями в стиле оверсайз, но пышным дамочкам такая одежда еще больше прибавляет вес и никак не маскирует этот недостаток. Время ярких красок. Ярко, романтично, женственно – такой стиль диктует мода для полных женщин в 2019 году. Наступающий сезон привнесет яркости и буйство красок в модном женском гардеробе. Стоит отказаться от моделей с крупным принтом. Предпочтительно остановить свой выбор на продольной полоске, мелкой клетке, цветочках и горошке. Универсальный V-образный вырез. Привлечь внимание к женской груди и визуально удлинить шейку можно с помощью V-образного выреза. Легкая блуза. На второй план уходит женская модель рубашки мужского кроя, хотя пуговицы в ряд, всегда стройнят. Хит наступающего года – воздушные белые блузки с широкими рукавами. Самые хитовые джинсы для полных женщин. Чтобы выглядеть лучше, стилисты рекомендуют использовать при создании образа модные джинсы. Прямая модель с завышенной талией – идеальный вариант для современных полных модниц. Если вам понравилось видео, подпишитесь и нажмите на звоночек.